Ссылочка с Италии. Это лекарство от Светы из лаборатории наносеребро. И Света что-то еще туда положила. Сейчас мы посмотрим. Все, открыли наконец-то. И у меня опять поцарапаны руки. О, смотри, такая штучка нам надо. Не надо. Ой, что-то интересное вижу. О. Вкусняшка. Прошутто. Просюто. Прикольно. Ого, вот, две штучки. Класс. По 100 грамм. Прикольно. Оно продается в такой магазине, я ж не знаю. Я ж сама не местная, по магазинам не хожу. Прикольно, надо обязательно сегодня же и попробовать. Итальяно, ё-моё. Самой Италии. Так. Це ковбаска. Салями написано. Строль. Да, я итальянский не знаю. 230 грамм. Интересненько, какая на вкус. Вот, сыр. Это сыр пармезан. Мне Света написала, что этот именно, который кушается. Который не для пиццы, салата там специально, а этот какой-то, который кушается. Вот. Вот лекарство. Две бутылочки. 250 миллилитров. Это как раз вот у наносеребро, которое я у Света уже третий раз беру, на котором я держусь. То есть вот это наносеребро и обезболивающее, что мне помогает. Ну, наверное, отдельно я потом расскажу о нем. Так, тут тоже на итальянском какое-то мяско, да, филе или рыбка, это что это похоже? Филете ди скумбро. Может, скумбро, типа скумбрия. Надо потом открыть, посмотреть. Так. Шоколадка с орешками. И вот что-то 150 грамм. Это... Филете де сальмоны. Где ты открываешься, чтобы тебе сразу посмотреть. Ну, видно, что это рыбка. Ага. Вот. Вот такой вот консервы нарисован. Но это либо лосось, либо семга, либо что-то из этого. Что-то красное. Соломоны. Надо посмотреть в переводчике. Соломоны, это соломоны. Ну так а что это соломоны? В общем, это рыбка какая-то интересная. Так. Лосось. Лосось, да. И вот крем. На вес золота, Света сказала. Вот его совсем-то чуть-чуть. Какой-то очень-очень хороший крем. Прямо там спасает от всего. Вот, Светочка, спасибо тебе, дорогая. Вообще. И за подарки спасибо, за сыр отдельно спасибо. Колбаску попробуем. Обязательно мясо сейчас мы тоже попробуем. Спасибо, Светочка. Все. Огромное спасибо. Пошли уже пробовать. Открою. А что хочешь? Я хочу вот это попробовать. Прошу. И колбаски. А вот это уже потом. Сейчас как раз я борщ сварила свой диетический. Угу. А короля будем готовить? Короля? Котячьей шкуре. Лёлик, будем тебя готовить. Все. Пошли. Вкусняшка. Ням-ням. Пока вот так вот колбаска выглядит. Попробуем. А вот так вот просюто выглядит. Каждая отделяется.
какая вкусная колбаса. Все, гаси. Ням-нямка. Вкусная. Вот это просюто, оно очень вкусненькое. Правда, мало там его, но очень вкусное. Ням-нямка. Я сделала бутерброд.